OMTV.ua Pro найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Всім привіт! Крайне любопытная новость пришла из Беларуси. Помните белорусского оппозиционера Романа Протасевича, которого арестовали в прошлом году, принудительно посадив самолет, на котором он пролетал над Беларусью? Так вот, на днях стало известно, что его отпустили из-под домашнего ареста, потому что Роман Протасевич согласился работать на режим Лукашенко. Подконтрольные Лукашенко СМИ уже по этому поводу испытывают настоящую эйфорию и подают эту новость как свою победу. Кстати, стало известно, что Роман Протасевич с понедельника начинает работать на благо Родины. Как, собственно, он и хотел. Сотрудничать он будет с Центром системной правозащиты, который на данный момент занимается делом Эмиля Чечка, а также вопросом нападения поляков на беженцев. Я сейчас не буду обсуждать поступок Протасевича и давать ему моральную оценку, потому что я просто не знаю, что вынудило его это сделать. Я могу только догадываться, но всех обстоятельств я не знаю. Я не знаю, чем ему угрожали, как его шантажировали, как его заставляли это сделать, поэтому я сейчас не буду говорить о нем. Интересно другое. Помните, когда Протасевича только-только арестовали, боевики в Луганске и Донецке буквально визжали от восторга. Они аплодировали Лукашенко и требовали для Протасевича самых суровых наказаний. Они кричали, что он воевал на стороне Украины против молодых народных республик, он воевал в Азове и, следовательно, виновен в гибели жителей Донбасса. В Донецке и Луганске вывешивали вот такие борды с Протасевичем, а лидеры боевиков требовали даже выдать его на расправу в ЛДНР. Вся пропаганда боевиков хвалила Лукашенко за то, что он так жестоко поступил со сторонником Украины и требовала от него дальнейших жестоких действий. Но вот прошло совсем немного времени, и Протасевича не только отпустили, но даже взяли на работу. Он теперь для Лукашенко хороший. И как вы думаете, что по этому поводу заявили в Луганске и Донецке? Как же на это отреагировали боевики? Думаете, они выступили с гневным протестом, публично возмутились, повесили новую партию бордов, чтобы напомнить, что Протасевич убийца? Ну, конечно, нет. Они позорно молчат. Никто даже не пикнул ни в Донецке, ни в Луганске. Никто не сделал никакого заявления. Абсолютная тишина, потому что возмущаться и что-либо говорить там могут только по команде, а соответствующей команды не было. Если им говорят ругать Протасевича, они будут его ругать. Завтра скажут встречать его с цветами, они будут встречать его с цветами. Почему? Да потому что на самом деле нет никаких независимых народных республик, а есть только люди, которые выполняют приказы своих кураторов и даже рот открывают по приказу этих кураторов. История с Протасевичем нагляднейшим образом показывает, что на самом деле вот этих всех там шахтеров и трактористов в Луганске нет никакой идеологии, нет никаких ценностей, потому что если бы они у них были, они бы сейчас эти ценности отстаивали и защищали. Они бы возмущались, они бы выступали с какими-то заявлениями, осуждениями, но они молчат просто потому, что им сказали молчать. Потому что это просто администрация, которая выполняет указку сверху. Был приказ от куратора что-то говорить, они говорят. Не было приказа, они не говорят. И завтра они кого угодно назовут хорошим. Сегодня им приказано проклинать Украину, завтра будет приказано хвалить, они начнут ее хвалить. У них нет никаких ценностей и нет никакой идеологии. Думаю, друзья, это очень важная история, которую нужно придать максимальной огласке. Эту информацию важно распространить, поэтому давайте поделимся этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Ну а если вам нравится то, что я делаю, и вы считаете мою работу полезной, вы также можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику. Оказывается, НАТО должны советоваться с Россией, кого брать в альянс, а кого нет, чтобы не было войны. Ну так, ненароком. Да, это следует понимать следующим образом. Вы могли бы сделать вид и пойти навстречу России. Нет, это вовсе не значит, что Путин проиграл, хотя бы потому, что только он один знает, в какую игру мы тут все играем. Но обо всем по порядку. Сейчас, когда все говорят, что войны не будет,
хотя она уже давно идет, я предлагаю посмотреть на ситуацию в комплексе. Итак, Владимир Путин в своей обычной жесткой манере потребовал от НАТО и США гарантий. Публично, железобетонно, гарантий, что альянс не будет угрожать безопасности России и то, что Грузия и Украина никогда не будут приняты в НАТО. Там еще было много интересных пунктов, в том числе убраться вообще из стран Восточной и Центральной Европы. Пропустим то, что президент России, очевидно, если и не хочет жить вечно, а то, что он останется президентом до смерти, уже не вызывает сомнений, то определенно задает своей стране кровавый курс на века вперед. Разумеется, ведь его миссия никак не меньше, чем войти в историю собирателем земель русских, императором. И всякие там НАТО и США ему в этом только мешают. Жаль, никто не задается вопросом, что за империю он строит, куда надо вступать под дулом танка. Время новое, а методы все те же. И вот этот публичный ультиматум Путина буквально взорвал мировую политику. Во-первых, представители США и того же НАТО еще никогда не были столь прямолинейны и категоричны. Никому не нравится, когда вам публично бросают перчатку. Мы ясно дали понять, что мы не пойдем на компромисс по основным принципам. И один из этих принципов – это право наций на выбор собственного пути. НАТО уважает решение стран, которые хотят вступать в альянс или нет. Во-вторых, Владимиру Путину удалось внести раздор в единую Европу. Германия продолжает блокировать поставки оружия по линии НАТО в Украину. Хотя, конечно, за каски и за военный госпиталь спасибо. Глава Венгрии Орбан едет выпрашивать русский газ. Ну, Польша и страны Балтии... Эти хоть знают, с кем имеют дело, и готовы послать и военных, и оружие. Что касается Германии, да, тут только ленивый не сказал про новый пакт, ну и далее по смыслу. И даже внук Молотова разразился тирадой. Мы агрессоры, и нас сравнивают с Гитлером. Мы агрессоры, мы еще пальцем не пошевелили. Вот же слава предков не дает покоя. Безусловно, немцы не будут на 100% вписываться за Украину. Мешать нам, конечно, тоже не будут. Торговые отношения с Россией, а также то, что Германия является флагманом в переговорах по «Северному потоку-2», но и фантомные боли Второй мировой, это не дает немецким политическим элитам пойти против России. Это очень интересный пример, как Германия и Россия похожи. Глава немецкого МИДа Аннелена Бербок заявила, что испытывает, цитирую, «стыд и трепет». Это о действиях Третьего рейха. Только она совершенно не отдавала себе отчет, что страна, куда она приехала, это не Советский Союз. Современная Россия совсем недалека от Германии конца 30-х годов прошлого столетия. Вспомните хотя бы Гляевицкий инцидент. Это же вся концепция российской внешней политики. На нас нападают, все нападают. Американцы, НАТО, русофобы, геи, мигранты, поляки. Даже украинцы нападают. А западным странам остается выбор – противоставить себя этому одурачиванию, как это делают США, Польша, Великобритания, ну или сглаживать конфликт, сделать вид, что мы не при делах, ну, как это делает Венгрия.